взяли, выводим. Аккуратно! Команды! Кисти держи! Терпи, терпи, терпи! Жим! Жим! Ружье не выдали, блядь, пока. У Жеки такая кепка, так почти что, вот поэтому. Мы угадали. С фасончиком, да? Так. Ну все, пока посидим. Ждем, да. Ребят, давайте пройдем на сцену и выберем там гриф, какой лучше у вас. Первый там осечка лучше. Который? И он какой? Оставим, блять, хуя все. Это на тягу? Это и на пристане нажим на тягу. Двумя. Один на все. Уже один на все. Вот всем понятно, чем злее, тем хуже. Ну вот это, по-моему. Смотри, вот этот, когда пацаны стрели, когда гриф блестящий, вот он скользкий на тяге, блядь. У нас в зале один вот такой вот посеребренный, блядь, он что салом намазанный. Кто-то вышел, руки, блядь, чуть потные или, блядь, жирные. Ну давай, что, который не блестит. Вороная сталька, чем воронить, тем она менее скользкая. Ну, блядь. Ну, похуй. Что профи сказали, то и будем делать. Не, я-то Титана не выиграл ни разу. Это как при выборе оружия, знаешь, человек, который уже на боевых был в действиях, он уже знает, пацаны. С автоматом. Вот здесь вот лучше взять 72, блядь. Сейчас так приседало, сейчас. Video. Oh, video. Oh, hey. Super cut. Yeah. Come on, you two secure. На соревнования больше не будет. Уже нет тоже плюс. А, Миш,
Тебя выведу, больше ездить на соревнования, только с тобой буду ездить. Ты обречен. На успех. Да, потому что меня это... Звездный тренер. Нет, дисквалифицирует. Борцовский комбез такой. Раз. Есть. Хоть приседать-то научиться. Потом по печени только, да. Андрюх, а когда-то просил. Пожестче. Я не нашел такого мягкого. ТРХ задел. Нет, я не нашел легкого. Руку в форме спали, комбеза сам ТРХ задел. Я легкий такой не нашел. Ну, давай, как раньше. Давай, пойдем поседать. Как раньше? Пойдем? Да, вот. Так ты на конце идешь. Я же... Класс, я уже все равно, блядь, я уже, я без экипа уже. Нет, блядь, выглядит. Василий работать. Да, конечно. Пробивать, понял? Так, видите? Ну что? Хорошо. Вот это на него. Дима, разматывай. Все хорошо. Легче 300 приседаю, блядь. Нет, с другой стороны. Не суетись, куда ты кресло? Я буду Радить тебя. Да, он сядет на скамейке.
Просто тогда досядем, сказать ему «ап» наверх. Все. «Ап» на «ап». Окей. So when I hit them, they got it? So when I hit them, say up. Yeah. Up. Sup! Встречаем спортсмена.
высокий атлет, Михаил Атлет, поэтому можете поставить его за таким весом. Итак. Михаил Закрея, второй номер 300 мая. Аккуратно! Нежно! Неженько ее! Не дергай! Аккуратно отходишь! Все, ноги поставил на судью! Слушай. Работаем! Работай до конца, терпи, Миша! И бля, долго снимай. Как ноги, нормально? Костя! Костя! Ноги затекли только, ну, да? Ну, пиздец. Может, немножко вверх поднять? Сядь, посиди немножко, у тебя ноги затекли. Лучше свои поднимем. Сядь. Это натягу этот самый? Встань, зайчик. Видишь, Вася торопится, блядь, ну, рано так замотал. Вам, во-первых, две минуты дают на подход. Ну вот, во-вторых, этому секретарю сказать, он тебе... Я так долго еще, Ром, не, я так долго не, в бинтах не стоял, блядь. Да нормально мне, как-то я не знаю, я просто первый раз в экипировке выступаю, я не знаю, долго это или нет. На третий? Да давай руку менять не будем, коней на переправе. Сам главное, не торопитесь, если Андрюха пойдет на помост, тогда... Да. Все, не надо там за два человека, блядь, ничего. Подождут, если... Подождут, конечно. Тебя зовут. Все так же делаем! Давай, мужчина, давай, Рома, соберись! Мощно! Уверенно! Аккуратно! Все, встал хорошо! Командочки слушаем! И уверенно! И терпим, терпим! Ой, встает! Все хорошо, блядь, спинку чуть-чуть. Вальнул. Помост танцует, мягкий там. Да, вытянешь. Нет, хорошо, молодец. Смотри, куда провалил жопу, вообще ушел, блядь, устаешь. Вот и все, из-за того, что просто... Как-то визуально не так. На плечах думаю, сейчас все, все, ебанусь. Не думай, не думай, не думай. Забрал, не надо. Вперед, пойдем. Пошли. Ром, мили животных, еб твою мать. Не суетись! Миша, пас на бой! Аккуратненько! Давай, Мишаня, надо потерпеть! Нежно, не дергай ее! Нежно снимаешь! Мягко! Мощно! Аккуратно! Аккуратно отходим! На судью! Команды! Команды! Работаем в темп! В темп работаем! И... Субтитры создавал DimaTorzok.
знаю, где она. Когда она хрустит. Ну, 80 вообще легко. А М400 можно было, она у меня просто все садился, она у меня там раз и... Мы уходили, она у меня как будто, знаешь, как вот это вот сюда замотал, да, мышца. Мышцу затянула, да? Затянула вот сюда, в эту сторону, блядь. А я оттяну-то в эту? Ну вот она как-то другая была. Так, Львотов надо съесть быстро, а не к нему сейчас. Он сюда отмотал. Василий, дайте там. Блядь. Надо разминаться еще. Где это? В эту воду в бассейн. Или Кокляеву в гости чаще. Кокляеву привет! Вам недалеко там? Да-да, на двое суток недалеко. Ему на выходные на танки дают кататься, в машину обычно уже не влазит. Так, давайте, ты наш мотаешь. Он вверх опять не собрал. Он вышел опять вот так. Сука, ну, бывает. Я не могу вставиться, да? Да, вот так. Мотаем. Давай. Тогда верхушка у тебя. Снизу стоишь хорошо? А нет, у меня маленького веса. Ну, все, сейчас. Веса у тебя мало. Да как бы ты не горелочка? Придуха. Не-не-не. Придуха. Продышаться не мог. Может, не надо пить штыря? Штыря хапнул. Ну, много, наверное, но... О, пошла, пошла. Стоп, стоп, стоп. Сейчас скажут. Надо. Еще один. Вообще нормально. Нормально. Ага, легла, хорошо. Ага. Терпи, терпи. Дави, 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 вставляйте. Вставляйте.
выводим. Аккуратно! Команды! Чисти, держи! Терпи, терпи, терпи! Жим! Жим! Каково это вообще быть первым чемпионом Кубка Титана, а теперь судить уже других спортсменов? Ну, как это? Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос на самом деле. Конечно, приятные такие чувства, что ты был, ну, как выступал один из первых на первом турнире. Вот. И как бы сейчас судишь, ну, как бы ребят, те, которые, как говорится, продолжают это дело. Ну, приятные чувства на самом деле. Всех ребят знаю, за всех болею. Ну, как говорится, когда ты как находишься в кресле, как бы судит, но как бы на помосте как бы друзей нету. Ну, стараюсь как бы судить по правилам. Так скажем, как бы объективно, поэтому, ну, думаю, что если какие-то вопросы ко мне будут, значит, ну, как судейство, могу как бы ответить за каждое свое как бы решение. Давай, Мин.
Погнали. Рекорд Титана. Давай. 10500. Ну, на жидкую магнезию, я говорю, никому не говори, это свина Малана. Ну, я так, знаешь, это, чудодействие. Волосы от нее растут. Колено, колено. Андрюха, ты меня прости за все. Ты меня прости, Миша. А мне-то за что? Я не, ты, не, я Миш, человек. Ты меня прости. Мы же с тобой братья. Правильно? Тестостероновые, блядь. Тестостерон. Братья, вон у нас еще подрастающее поколение. Не моложе, не моложе. Может быть, где-то соприкасались. Это не должно быть. Видео. Ну нормально. Да кого нахуй 4 подхода из 9, ёбай, это что такое? Я тоже 4 подхода из 9. Короче, я не полез нахуй. Короче, вообще нахуй, все закосячил тоже, блядь. Да Коля как готовился, какая подготовка, так и выступил. Все, блядь. Ну у тебя такое ощущение, что у тебя хорошая была подготовка. Да какой нахуй хорошая, блядь. Огромный стол, блядь. Как планета. Ну хороший год был огромный. Сейчас мы вообще. Че, вы там ничего не собираетесь? Я тебе сразу наберу. Если что будет, сразу да. Сейчас я кончу. Со своего курса. Спасибо тебе, отец. А я-то че? Все равно. Все равно. Могло бы идти хуже. Нет, на следующий год, если готовимся, то готовимся нормально. Или я к тебе приезжаю, или ты ко мне приезжаешь. Мне-то не трудно приехать. Слава, Миша, что я, пожалуйста, можно фотографироваться. А не шататься по всей России и скачать. Миш! Куда смотрим-то? Это у нас. Спасибо. Спасибо.
Берем голову. Терпеть. Голову. Какая же хуйня эта экипа, бля.